Всем привет, дорогие наши зрители! Привет! Привет! Мы хотим вам пожелать, всех поздравить сначала с новым 2018 годом. Все мы долго готовились к нему. И вот теперь он наступил или наступит еще у некоторых. Вот. И желаем вам всем в новом году всего самого-самого хорошего, самого доброго, чтобы все несчастья обходили вас стороной, чтобы только много положительных эмоций было в новом году. И как бы банально это ни звучало, я желаю всем здоровья крепкого, вам и вашим близким всем, чтобы не болели, были здоровы, и чтобы этот Новый год был самым-самым лучшим. Вот. И Слава тоже еще пару слов скажет. Ну, чтобы по дороге домой или на работу у вас не лопались колеса, шины, чтобы бензин всегда был, чтобы... Ну, я как мужчина, да? Ну да, потому что мы сегодня это пережили. Да, чтобы свет всегда горел в доме, да, чтобы вода не кончалась, чтобы было тепло. И уютно. Да, чтобы... И не только в доме, и на душе. Чтобы со всех сторон все было хорошо. Да. Много-много вам счастья, любви, тепла. Вот, всего самого хорошего. Ну, а дети не могут по-русски вам пожелать ничего, они только могут... 500 раз спеть песенку. В лесу родилась елочка. Мы все вместе теперь споем, всей семьей. Будет что-то другое, да? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метелье пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радостей детишкам принесла. И много-много радостей детишкам принесла. С Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Всем большое спасибо. В конце будет еще песня от меня. Все, всем пока. Пока. Снежок за окнами, с тобой сегодня мы.
стоп. Игрушки закружили хороводом тик-так. Часики идут, а стрелки, носики бегут в страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут в страну поздравить с Новым годом. Всех вас с Новым годом! Желаю всего самого-самого хорошего в наступающем году. Всех вам благ, исполнения всех ваших желаний и чтобы все были здоровы. Всем спасибо!